Очень хороший сегодня вышло, и вот такая красота меня встречает. Гляньте-ка, какая прелесть. Ух ты, какая красота. Это я приносила с речки. С дочерью приносили, подсаживали. Ничего, что не было, пустыня была. Ну, просто пустыня была, безжизненная. Ой, красота, красота какая. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, красота. 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 Даже сорняк красивый у меня тут. Ой, красивый какой, да? Ну-ка, сейчас я посмотрю, чего тут у меня еще. Ой, бархатцев сколько красиво. С окошка смотрю. А тут бархатцы. Так, чего еще? Сейчас поглядим тут. Так, красота какая тут, ой, какая красота, вот она, сказочка, ой, красотень, 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 ясный день, 23 мая сегодня, красотень. Вот из леса приносили мы с дочей, подсаживали земляничку. Вот. Красота ж. Красота. Вот они, незабудки, лапочки такие. Маленькие такая, девочка такая маленькая. Вот, детенок совсем. Вот он, какой красивый. Сейчас я его покрупнее еще покажу, подольше. Вот такая красотень. Это сказка. Я там скажу, такой кайф, люди вообще. Цветы – это прелесть. Вот. Тоже какой-то бутончик обухает. Так. Чего тут еще? Ну, пока все тихо. Пока ничего особенно не цветет. Вот. Пока все только вот такое вот. Первые такие, первоцветы. И вот она красота. Вот они. Такие сиротки, которых выбросили. И мне подружка принесла, расскажу. Из лужи вытащила их около 30-го дома. И принесла мне посадить. Так. Сейчас еще покажу. Красота. Красота. Вот она, россыпь какая. Ой. Какая прелесть. Кусик такой. И вот он. И вот он. Красота. Ладно, цветите, растите. Расцветайте. Так. Что тут еще? Заборчик он помыл. Был грязненький такой, его отмыло хорошенечко, досточки. А потом еще дождик мне помог. Ух ты, красненько. Сейчас гляну, что здесь еще. Так. Че ты туда-сюда ходишь? А снимаю вот красоту. Видишь, какие цветочки, да? А. Пока еще красоты особой нет, все зелененькое. Ну, будет красиво, должно быть у нас тут красиво. Забор помыла, видите, как красиво. Чистенький, да? Ага. Да. Конечно, там без пыли, без ничего. Ребята грязные доски выбросили, которые были. А их можно было обмыть. Да. А их должны были запачкать, да. Он говорит, они сгнили. Сгнили даже? Да. А, ну все, тогда они верхние были, видимо. Они рассыпались напополам. А, поняла. Ну, красиво с заборчиком. Собрали. Фазенда у нас такая, американская такая. Ранчо. Да, покрасить еще белой красочкой. Ну да. Как там, на ранчо, белой краски все у них. А мне кажется, у них так вот, не белой краской. Дедушка подошел с бабушкой, ухватился, давай приседать. Вот сюда? Ага. Гимнастикой заниматься? Ага, я прихожу, а он уже занимался. Пошли. Кто наш много раз, то собакам дать подписать. Просто необыкновенно. Да.
Это еще ребята глубоко заземлили. Здрасте. А где Ваня? А вон он. Где Ваня?